Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Nova 11i. И сейчас я покажу вам, как поменять язык системы данного устройства. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Система и обновления». Здесь мы выбираем язык «Ввод». Далее выбираем язык «Регион». Нажимаем «Добавить» и выбираем, какой язык мы хотим установить. Нажимаем «Изменить» и таким образом меняем язык. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.